Большой теннис для маленьких ивановцев. На спортивной площадке в микрорайоне Московский прошла открытая тренировка для всех желающих. Бесплатный мастер-класс провели в рамках проекта «Чемпион-37». Особенно этим видом спорта заинтересовались дети. Мне 6 лет, и меня всегда тренер хвалит. Я занимаюсь уже второй год теннисом. И хочу ходить и ходить. Чтобы начать заниматься теннисом, главное желание. Спортсмены областной федерации тенниса, воспитанники теннисного центра «Риат» и областной спортшколы Олимпийского резерва номер 2 показали мастер-класс. Этот вид спорта, я считаю, он красивый, и он развивает все группы мышц. То есть ты хорошо бегаешь, у тебя есть сила. Я считаю, что это очень хороший вид спорта для любого человека. Теннис – один из самых полезных видов спорта для детей. Такие занятия хорошо влияют на работу сердца и дыхательную систему, а еще помогают сохранить зрение. Ведь в процессе игры нужно все время следить за мячом. Мы вот приехали сюда, увидели много детей, которые просто занимаются футболом, боксом, подтягиваются на турниках. То есть они развиваются физически, поэтому им не составит большого, огромного там труда взять ракетку в руки, хотя она весит 300 грамм и мячик 65 грамм. То есть если вот так попробовать поиграть час-полтора, то все-таки получается какая-то нагрузка. Следующий мастер-класс в Московском микрорайоне проведут 8 августа. Открытую тренировку на этой же площадке проведут спортсмены Федерации панкратиона. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.